Белорусская оппозиция проводит акции протеста. Как сообщает информагентство, в центре Минска на Октябрьской площади собрались около 5000 человек. После непродолжительного митинга люди двинулись на площадь Независимости. Там расположены парламент, совет министров и центр избирком. В Беларуси сегодня состоялись президентские выборы. Оппозиция называет их несправедливыми, считает, что результаты будут сфальсифицированы, и призывает своих сторонников выйти на улицы. Власти к месту событий уже заранее стягивали дополнительные силы, в том числе спецназ. Одну из колонн на пути к Октябрьской площади разогнал ОМОН. Были применены шумовые гранаты, несколько человек задержаны. По предварительным данным ЦИК, на выборы с явным преимуществом здесь побеждает Александр Лукашенко. Сообщается, что по так называемым закрытым участкам Лукашенко набрал более 89% голосов. Речь идет об избирательных пунктах в больницах, санаториях и воинских частях. И, как заверяют в Центризбиркоме, такие участки как раз-таки дают тенденцию по выборам лучше, чем любой опрос. Промежуточные итоги по всей стране обещают обнародовать ближе к полуночи по местному времени.